Так, ну вот, вышли мы на охоту с одной уткой. Вон там утка сидит. Где-то сапоги сидеть в шалаше. А тут в таких я утку высадить. На улице минус один. Ну тут, я думал, минус два будет. Иний. Сейчас пойдем высадим утку и будем сидеть. На улице уже более-менее глазами видно, но на телефон еще не видно. Поэтому высаживаем утку и сидим и ждем. Так, ну высадил я утку. Утка купается. Пока стоял и ждал, пока чуть-чуть светлее будет. Сзади меня идет канал. Там села утка с селезнем. Селезень не улетел, утка осталась. Так, все, сидим, ждем. Когда станет видно лучше. А то темно, показывать нечего. На улице холодно. Не знаю, будет лед у утки, не будет. Все. Будем сидеть ждать. Может, что и получится. Какой-нибудь селезень подлетит. Вот уже на улице светло, все видно, утку видно, она плавает. Слышал одного селезня, где-то отзывался, но пока его не видно, и не видно, чтобы летали. Сидим, ждем. На улице 10 минут 6. 5-10. Может, что и получится. Сейчас солнце вставать начнет. Может, утки начнут летать. И какой-нибудь селезень сядет к нам. Поэтому сидим, ждем. Так, сейчас у нас 5:30. Уток пока не видно. Не летают.
Тишина. На болоте утки молчат. Моя вся утка пьет, купается, но манит. Думаю, к 6 часам должен подлететь селезень. Тут уже 2 селезней убивали к 6 часам. Там 5, 10, без 10, точнее 6, 5, 50. То есть 6 часов, я думаю, утка подманит селезень. Все, ладно, сидим, ждем селезней. Если что, будем снимать, как селезень летит, как он сел, как подплыл. Все это снимем. Так, ну у нас 6 часов. Ну так нету. Точнее, селезней. Даже вообще не слышно. И не видно, чтобы летали. Тогда этого хотя бы летали селезня. И слышно были. А сейчас вообще тихо. Или из-за того, что на улице холодно, минус, утка не летает. Или ее тут нету. Но утка тут есть, это точно. Остается одно, что холодно. И поэтому лета нету сегодня. Сейчас утка пускай сидит. Я наломаю камыш. Чуть-чуть поделаю шалаш. Поплотнее, чтобы он плотно был. И 6:30 будем сниматься. Поедем домой. Сегодня у нас охота не удалась. Ну что поделать, это охота. Поэтому идем делать шалаш. Не делать, а поделывать. Он сделан. И может, пока будем делать, может какой селезень не налетит. Лед начнется. Поэтому давайте всем пока. Всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока.